Лопухи! Пестари! Огуски! Огрызки! Дармоеды! Вы иконодоны хреновы! Теплодоги бездарные! Не смей закрываться! Без всех умоляй, чертовой матери! Ах ты, макака бездарная! Илюми! Раскидывай! Иконодоны безголовые! Шеф, хорошо выглядите. На свадьбу, что ли, нарядились? На похороны. На чьи? На твои, если не заткнешься. Фритату-тату-тату. Фритату-тату-тату. Для этого мне понадобятся мои любимые помидорки. Мой любимый перчик. И мои любимые яйца. А где яйца? Инвалид, где мои яйца? Где мои яйца? Все есть! Где мои яйца? Где мои яйца? Ну что, Костоправ, сейчас ты встретишься со своим братом. Послушайте, он же не Федор. И, по-моему, убил человека. Да не важно. Главное, что это не он ходил на собеседование. Вот он, наш спаситель. Избранный, есть работа, которая под силу только тебе. Наш отель должен удивить гостей, поразить. Ну ты сними штаны и поражай, ясно? Ресторан не трогай. А если гости хотят есть, они могут оторвать свою пятую точку и пойти в ресторан жрать. Дерьмо. 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 Дети – это как любимая футбольная команда. Ты за них переживаешь, а в ответ сплошное разочарование. Руки убрал? Все в порядке. Сейчас. Сейчас. Thank you.